Сегодня речь у нас пойдет не о китайском велосипеде, а о велосипеде российского производства фирмы Stealth. Фэтбайки лавиной ворвались в нашу жизнь и отвоевывают себе приличную долю рынка. У любителей экстрима и не экстрима. На фэтбайках можно кататься не только летом, но и зимой из-за больших широких покрышек толщиной от 4 до 5 дюймов, которые хорошо едут по снегу, листве и заболоченной местности. Вот и в этом ролике мы будем переделывать обычный фэтбайк в электрофэтбайк. Заказчик сделал ТЗ, чтобы велосипед не только работал летом, но и зимой. Для этого выбрана была батарея литий ферром по 4. 36 вольт, 19 ампер часов запасенной энергии. Пластины там стоят, американские фирмы А1, 2, 3 фосфатные. У этих аккумуляторов большой температурный диапазон работ. Батарея может работать от минус 50 до плюс 50 градусов. При выборе мотора обязательно замерьте ширину задних дропаутов. У фэтбайков они бывают разные, и мотор надо будет вам подобрать именно под ширину ваших дропаутов. В нашем случае это расстояние оказалось 180 мм. В нашем случае мы поставили мощный редукторный мотор с пиковой мощностью в 1200 Вт. Батарею подвесили на верхней трубе велосипеда стяжками из нержавейки. Впоследствии хозяин велосипеда пообещал сшить красивую сумочку из кожи, и аккумулятор будет постоянно в ней жить. Контроллер поставили модный, с векторным управлением, который разработан в этом году. Он позволяет запускать любые двигатели на максимальном КПД, который может. Ограничение поставили на 40 вольт 30 ампер, что соответствует пику и мощностью в 1200 ватт. При превышении этих значений контроллер уменьшает силу току на мотор. Вся работа была сделана нами за 3 дня. Первый день делали механику, второй день делаем электрику, и третий день идут тесты аппарата, прогон на максимально возможных режимах, чтобы устранить детские, как говорится, болезни и их исправить, и отдать аппарат уже проверенный клиенту. Вот и сегодня мы отправляемся в лес, в парк Сокольники, чтобы протестить данный велосипед. Дальше пойдет видеоряд о том, как мы этот велосипед тестили в Сокольниках. Итак, кому интересна информация про фотбайк, внимание на экран. Он планетарного типа. Спицы, значит, у него стоят стальные 2,6 мм. Обод 80 мм штатный. Профмиссия, как бы, фирма, ну, как бы, штатная от этого велосипеда. У нас и было на нем с самого начала, что, например, заказчик. Далее поставили на него дисплейчик, контроллер, АКБ, зимеустойчивое, железофосфатное. Проведем тест. И внимание, сейчас мы будем его немножечко усложнять с помощью данного манометра на этом насосе. Сейчас мы оценим, насколько влияет давление в шинах на поведение велика на снегу. Это у нас все-таки фэтбайк как-никак. Ну что, смотрим, здесь у нас вот такое же, где-то 0,8 атмосфер он показывает. Такое же, как спереди, сейчас вот даже на ощупь. Ну, да, вот она прожимается, где-то вот 0,8 оно и есть. Вот. И это уже считается как бы, умеренно адекватно, потому что для бездорожья обычно качается где-то 0,5-0,2 атмосферы. И это еще не предел, то есть если прям вот сильный снег будет там стоящий, прям вот именно там глубокий или малский, вот, или малостромбованный, то можно и вообще там до 0,2, там 0,1, то есть там вот именно как настоящий фетер. Максимальный ход. Ну вот видим даже, вот он. У нас теперь получилось где-то 4 сантиметра хода подвески, даже, наверное, того. То есть амортер появился. А вот сейчас получился такой условно прыгучий подвес. Ну что, попробуем? Попробуем. Так, пробуем. Боковой зацеп. Важнее гораздо. 36 вольт. Отлично работает. Батарейка там литий-фосфатная, которая позволяет работать велосипеду как в зимнее, так и в летнее
время. Ощущения сейчас получились гораздо более контрольные, потому что у нас шины мало подплющиваются, получается у меня больше контакт. Ехать мягче, то есть как бы если будете кататься, ну как бы это может быть даже совет тем, кто больше новичок, кто тебе взял там футбайк из-за того, что он просто большой и мощно брутальный. Если у вас зима, сильно лучше не качайте. Да, будет чуть-чуть похуже накат, но будет намного больше кайф. Да, точно говорю. Зацепа лучше. Потому что физику не обманешь. Вообще приятно находиться в лесу. Мы в парке Сокольники сейчас находимся. Вот Михаил сейчас на скорости стирает фэтбайк. Вот. Если получится, мы сегодня еще затестим. Вот такой аппарат мы собрали на лайт-раме на кристаллайтовском моторе. Ну, это будет, наверное, в следующем обзоре. Ну вот Михаил нарезает круги. Чувствуется, что дорогу держит аппарат. Вот, сейчас попробуем в него заложить. Ага. Ох, нифига. Красава. Максимально кайфовая телега. Ну, какую оценочку ставим? Оценка 5. Ух ты. С небольшим минусом, потому что она сейчас зенка стоит. Наверное, на такая больше асфальтовая универсальная. Угу. И даже она при спущенном состоянии, ну вот сейчас вот уже из-за холода, видимо, вообще-то сейчас уже, наверное, 0,2 атмосфера там около того. Ну, кто в теме тут, кто знает, что такое фэтбайк больше, чем я, может меня исправить. Но вот по ощущениям, здесь сейчас, наверное, 0,3 где-то бар будет. И даже она сейчас у нас отлично держит. То есть вот в такой конфигурации как бы людям можно рекомендовать, да, как бы. Естественно, можно, потому что это как бы такой довольно-таки бюджетный велик у нас получился. И он качественный, что самое главное. То есть это не дешевый Китай, который может развалиться очень быстро, а это именно вот. Очень да. Хочется отметить еще очень большая тяга у этого мотора. Он планетарный, тянет просто как дверь. То есть вот как бы для этих вот нужд именно вот. Фэтбайковских. Это тема. Так что, ребят, берите на заметочку вот такой вот мощный мотор, мощная аккумуляторная батарея, дисплей вот такой LCD-3, он очень такой большой и, в общем, все видно, он с подсветочкой. Да, еще тут будут стоять фары, сейчас мы их не поставили, но они будут стоять. Вот мы сегодня сдаем заказчику вот такой аппаратика. Да, всем хорошего настроения.